Вас приветствует информационная служба телекомпании «Ирбис». В эфире новости, и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. В течение 3 дней обещают отрегулировать параметры подачи тепла в частные дома и Кибастуза. Отопление запустили, значит, у нас батареи стали теплыми. Неэффективные меры. Решением суда акимат Актугайского района не будет выплачивать подрядчику деньги за протравку гнуса. Коммунальщики обвинили морозы в перебоях работы общественного транспорта на прошлой неделе. Большим концертом отметил 35-летний юбилей Баянаульский народный ансамбль. До 15 декабря отрегулировать параметры в домах частного сектора Кибастуза поручил аким Павлодарской области. На сегодня неподключенными остаются почти 30 домов. Над восстановлением теплоснабжения работают специалисты из разных предприятий региона. Подробности в сюжете Ильяса Рамазанова. Тепло уже пошло, уже чувствуется. Вот. Значит, в тепле будем Новый год встречать. Вот с таким позитивным настроем сегодня проснулись Валентина и Леонид Гилевы. Более 2 недель они ждали подачи центрального отопления. Сегодня к их дому проложили новую трассу. Старая пластиковая труба перемерзла. Ну, где-то они в 10 часов утра приехали вчера. И работали до 8. Всю трассу сделали. На сегодня они работали. Осталось только утепление. Отопление запустили, значит, у нас батареи стали теплыми, ну, где-то в 5 часу утра. Мы в частном секторе вот 2 дня уже работаем. А, 3-й день, можно сказать. А в основном были в многоэтажках работали. Там, да, бывало, где сантехники подсказывали, да. Инструктировали по поводу откуда, что, а так в основном сами все. По данным оперативного штаба, новых повреждений на теплосетях нет. Все многоэтажки города подключены к отоплению. Осталось наладить подачу в частные дома. Их почти 30. Ремонтом занимаются круглосуточно. Аким области поручил завершить его в течение 3 дней. Сложности возникали в основном из-за устаревших труб отопления. Их не менял никто, минимум лет 30. Мы сделали все, что было в наших силах. Лопнувшие радиаторы отопления в квартирах меняли на новые абсолютно бесплатно. Мы работали с 29 ноября по сегодняшний день. Сегодня на расширенном заседании правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, жильцы 70 наиболее проблемных домов 2 месяца не будут платить за тепло. Всем акибастузцам за 12 дней режима ЧС не будет начисляться оплата за электроэнергию. Илья Сармазанов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Акимат Актугайского района отказался платить подрядчику за протравку гнуса через суд. Напомню, в июне местные жители делились в соцсетях кадрами массовой атаки кровососущих. Управлению недропользования пришлось привлекать дополнительные силы и проводить авиаобработку. Схожая ситуация сложилась и в Теренколе. Подробности в сюжете Артема Клеван. Ужасающее количество комаров и мошек в Актугайском районе местные жители демонстрировали в начале июня. Даже на солнце спасения от кровососущих не было. Тогда в управлении недропользования пояснили, что села находятся в низине. Площадь поймы большая, отсюда и возникла проблема. В решении суда указано, подрядчик должен был обработать чуть более 1000 гектаров и достигнуть эффективности не менее 80%. Однако желаемого результата не получилось, а потому чиновники обратились в суд. Решением суда первой инстанции иск удовлетворен в полном объеме. В данном случае предусмотренная соглашением сторон эффективность оказания услуг не была достигнута, в связи с чем имелись основания для признания ответчика недобросовестным участником государственных закупок и взысканий, проведенной из сумм частной частичной оплаты. Постановлением коллегии решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Сумма договора была 7,5 миллионов тенге. Предоплату чиновники внесли 3,5 миллиона. Эти деньги по решению суда подрядчика обязали вернуть. К слову, эта же фирма занималась протравкой комаров и мошек в районе Теренколь, откуда также поступил иск. В обоих случаях суд установил, подрядчик знал о том, что обрабатывать от гнуса нужно территорию куда большую, чем прописано в договоре, но сознательно пошел на подобное соглашение. Артем Клеван, Евгений Лежнин, телекомпания «Ирбис».
Родители учеников 29-й школы жалуются на холодные кабинеты. В инстаграм-аккаунте телекомпании irbis.tv размещено видео, где люди подробно рассказывают о наболевшей проблеме. Обязательно подписывайтесь на страницу, чтобы ничего не упустить. А сейчас самые обсуждаемые и горячие темы дня из социальных сетей. Спонсор рубрики «Новости из соцсетей» – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Почему ученики 29-й школы должны мерзнуть в кабинетах, спрашивают подписчики телекомпании «Ирбис» на странице irbis.tv и делятся вот таким вот видео. За 30-40 лет в школе ни разу не делался ремонт. Живем, блин, в 21 веке, а на окнах все старые совдеповские стекла. Меня вообще поражает всегда. Школы и детские сады до сих пор с этими старыми окнами все. Народ обнаглели, уже окна не устраивают. Раньше жили без пластика, и никто не жаловался, лишь бы тепло было. Поддерживаю. На 29-ю школу грустно смотреть. Внутри тоже все старое, полы, стены, окна. И снаружи очень грустно наблюдать. Тепло ли в вашем детском саду, спрашивает главный телеканал региона «Ирбис» в социальных сетях. Вот самые популярные ответы. 39-й сад – очень тепло. 19-й сад – очень холодно. 22-й сад – дубак. Окнам уже 60 лет. Павлодарцы в шоке. Неопознанный зверек попал в объективы их камер. Сейчас гадают, что же это за создание. Необычное существо, очень быстрое, не боится холодной воды и прячется в снегу. Как вы думаете, что это за животное? Спонсор рубрики «Новости из соцсетей» – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Красота, доступность, качество. А что выбираете вы? Магазин сантехники «Аквамир» предлагает товары для комфорта и домашнего уюта. Вас ждет удивительный мир смесителей, душевых стоек, кухонных моек и сопутствующих товаров. Все для канализации, водопровода и отопления. Богатый выбор на любой кошелек. Всех ждут за покупками по адресу Абая 110. «Аквамир». Спасибо, что выбираете нас. Причина перебоев в движении общественного транспорта в Павлодаре – морозы. Об этом заявили сегодня в городском отделе ЖКХ. Чиновники признают, автобусов, в частности малого класса, на маршрутах стало меньше. При этом конфликты из-за введения дифтарифа тоже были, но это единичные случаи. В отделе ЖКХ сегодня сообщили, в среднем 60% общественного транспорта выходит на линию в Павлодаре. Лучше всего ситуация, конечно, с автобусами большого класса. Жалобы в основном на маршрутки. Низкий выход по маршрутам, если по отдельности по маршрутам поговорить, то это маршрут 1, 1Э2, тройка, 153, 153. В целом они обеспечены от 30 до 60% регулярности. Между тем, за последнюю неделю, говорят чиновники, злую шутку вновь сыграла погода. Понижение температуры и, как следствие, солярка замерзает. Поэтому и число автобусов на линии уменьшается. Но сейчас ситуация улучшается, мониторинг ведут ежедневно. В эти дни действительно у нас уменьшилось количество подвижного состава как в малом классе, так и в большом классе. В основном здесь это погода, из-за погоды. Малый класс, были такие моменты, что недопонимание совсем, что в связи с тем, что они не получают наличку, как нам заправляться, вот такие вопросы были. Но это мы с парками, и парки до этого, по идее, с водителями отрабатывали. К слову, в отделе ЖКХ отметили, после внедрения дифтарифа возник вопрос по наличию транспорта в автопарках. Касается это в первую очередь маршруток. Большая часть автобусов – наемники. И эту ситуацию нужно менять. Кстати, наплыв по использованию электронного билетирования с 1 декабря в Павлодаре в разы увеличился. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Сейчас реклама, а затем в нашем выпуске. Лучший налогоплательщик. Комитет государственных доходов отметил самых честных предпринимателей. Коммунальная сводка и мобильное приложение – наши постоянные рубрики. Музыкальный юбилей. 35 лет исполнилось народному ансамблю, созданному в Баянауле. Новости спорта и специальный инфоблок. Скоро продолжим.
Автомастерская на Шашкина предлагает полный спектр услуг по следующим направлениям. Ремонт и покраска кузовов и бамперов любой сложности. Выравнивание перекосов, выведение геометрии зазоров на современном оборудовании стапель. Полировка кузовов и фар. Шумоизоляция салона. Мелкосрочный ремонт дверей, замков, багажников, механизмов, стеклоподъемников. В автомастерской на Шашкина ваш автомобиль станет как новенький. Безупречный вид надолго гарантирован. Автомастерская на Шашкина находится по адресу улица Шашкина, 22, микрорайон Зеленстрой. Вторая линия. Телефон 8 776 325 7002. Уважаемые жители Павлодарской области, настоятельно просим вас отписаться от групп в социальной сети ВКонтакте, перечисленных на сайте www.carmo-pvl.kz, так как они запрещены и заблокированы на территории Республики Казахстан. Посещение данных групп расценивается как нарушение законодательства Республики Казахстан. Справки по телефону 8 707 962 0101. Ваш автомобиль отказывается ехать? Нужна диагностика и срочный ремонт? Обращайтесь в новый автосервис «Экспресс». К вашим услугам: ремонт ходовой части, шиномонтаж колес, замена масел, промывка системы охлаждения, послегарантийное обслуживание, компьютерная диагностика, компьютерный стенд для регулировки геометрии колес, промывка топливных форсунок, мелкосрочный ремонт двигателей, замена агрегатов ДВС и трансмиссии АКПП, МКПП, замена ГРМ ремней и приводов, замена сцепление. Современное оборудование, приемлемые цены, скорость и профессионализм. Все это в автосервисе «Экспресс». Центральная промышленная зона 2 возле Hyundai Центра. Телефон 8 707 125 70 02. Приближается Новый год, а это значит, пришло время для подарков. Лучше заранее все продумать и насладиться самим праздником, без суеты. А в этом вам поможет Beauty Club. Самое подходящее место для идеальных презентов. Специально для вас собраны новогодние боксы не только для взрослых, но и для детей. Качественная декоративная косметика известных брендов, средства для очищения кожи, уходовая линейка, изысканные ароматы. Подчеркните свою красоту вместе с Beauty Club. Для самых романтичных и заботливых предусмотрены подарочные сертификаты. Торговый дом «Арман», бутик 14, цокольный этаж. «Бьюти Клаб». Сияйте ярче звезд! Дачный мини-маркет «Биосад» радует любителей зеленого мира. В честь своего дня рождения весь декабрь действует скидка 20% на каждую покупку. Вас ждет отличная садовая продукция, семена разных сортов, биопрепараты и биологические средства защиты растений, проращиватели и опрыскиватели, комплектующие для капельного полива. В мини-маркете действует система самообслуживания, которая позволяет досконально изучить товар, а грамотные консультанты помогут сделать правильный выбор. Всех ждут по адресу Сукатаева, 36/1. Пусть растения будут здоровыми, а урожай богатым. Ваш мини-маркет «Биосад». Я Елена Белоградова. Я всех приветствую в студии программы «Здоровая тема». С древнегреческого языка слово «катаракта» переводится как «водопад». Основной, скажем так, признак катаракта – это снижение зрения. То есть то, что мы раньше видели, становится размытым. Компрессы, примочки – все это способны приносить временное облегчение. Пока эмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Вот. И эта операция такая более щадящая. И все. И все. И вот он, фокус весь. Да. 15 минут, и мы все хорошо видим, да? Делайте зарядку для глаз. Упражнение с двумя карандашиками. Возьмем карандашик, к примеру, и ручку. Можно усложнить себе задачу и немножко еще и подвигать руками. Возьмите за правило проходить ежегодный осмотр у офтальмолога. И это «Здоровая тема». «Здоровая тема» на телеканале «Ирбис». Не пропустите! Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана.
вы выбирали вдруг кого-то упустить? Просто под рифму городов-то в Казахстане, мама, не горюй. Нашел карту автомобильных дорог. И вот я чертил и как бы вырисовывал картину песни. Всем по-латински я забыл, но я через столько лет все-таки написал песню про всем по-латински. А кумиры вообще были у вас, скажите мне, с детства? Подражали за кем-то? Юрий Антонов, там, Макреевич, Альфа-группа. Работал, когда я вот на автобусе водителем. Я всегда брал гитару, мы все, у нас было всегда с водителями сядем, поиграем. Слышу, там издалека меня зовут под облака, где все просто и дорога так светла. Детство такой хрипловатый голос, и с годами он еще хриплее становится. Проект «Откровение» и «Я» в эту субботу на телеканале «Ирбис». Все говорят мне, а чего вы такой грустный? Ну, да сам я по себе такой. Да, сам по себе я лирик, да. Самых честных предпринимателей области наградили. Комитет государственных доходов отметил их вклад в экономику, своевременную оплату всех налогов и пенсионных отчислений. С подробностями Артем Буланов. 10 управленцев региона получили награды за честное ведение бизнеса. Никакой двойной или черной бухгалтерии, прозрачные отчеты и своевременные пенсионные и медицинские взносы для сотрудников. Ни у кого из победителей нет даже часа просрочки. Одними из основных критериев были это сумма уплаченных налогов, а также коэффициент налоговой нагрузки предприятий. А также одним из критериев было отсутствие штрафных санкций и административных штрафов в течение 2021 года. Своевременность уплаты всех налогов и платежей, в том числе и во внебюджетные фонды, такие как пенсионный фонд. Победителей определяли в нескольких номинациях. Налогоплательщики, работающие в общеустановленном и специальном режиме, крестьянские хозяйства, а также сельхозпроизводители. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Рубрику на этой неделе ведет Азамат Айтхалин. Азамат, приветствую. Скажи, пожалуйста, ты лично много тратишь на продукты? Привет, Владимир. На продукты не жалею. Здравствуйте. Казахстан возглавил рейтинг стран по расходам на продукты. Это выяснили эксперты издания РИА Новости. Так, согласно данным, казахстанцы за питание отдают 53% своего дохода. Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга и Нидерландов. Всего 8,5%. А эта информация будет интересна предпринимателям. По адресу улица Торговая, 2/4, сдают в аренду складские помещения 450, 650 и 850 квадратных метров. В здании проведены все коммуникации, центральное отопление, электричество и вода. Цена за квадратный метр 1400 тенге. Обращайтесь по телефонам 8-701-027-84-89, 8-701-032-99-58. Только до 25 декабря успей посетить выставку роботов для взрослых и детей «Робопарк». Чем отличается интерактивная выставка от обычного музея? Этих роботов можно трогать, играть с ними, делать фото и селфи, и даже вместе танцевать. В билет на целый день включено знакомство с 50 роботами и технологиями со всего мира. 5 шоу от театра роботов до Тесла-шоу с молниями. Игра в VR-мирах и многое другое, что приведет в восторг посетителей. Кроме того, на 5 мастер-классах дети и взрослые. Взрослые научатся рисовать в пространстве 3D-ручками, сделают слаймы, а самые маленькие гости изготовят мыло или шипучие бомбочки для ванны. Приходите в торговый дом «Новый ЦУМ», 3-й этаж. Салон европейской обуви «Ральф Рингер» приглашает на поступление новой коллекции зимней обуви. В ассортименте как мужская, так и женская, на любой, даже самый взыскательный вкус. Одни из главных качеств товара – современный дизайн и непревзойденный уровень комфорта, который обеспечивают высокотехнологичные подошвы. Делает пешие прогулки настоящим удовольствием удобная колодка с широкой носочной частью и эластичные материалы, из которых изготовлена обувь. Кстати, приобрести ее можно в рассрочку. Салоны «Ральф Рингер» расположены в торговом доме «Тулпар», бутик 221, «Артур-2», бутик 356 и в старом ЦУМе бутик 22. Также есть салон «Ваксу» в торговом доме «Агидель», бутик 22.
А мы напоминаем, в строительном магазине 12 месяцев грандиозная акция «Счастливый миллион» плюс 13 подарков. Она будет длиться до 22 декабря. Делая покупки на сумму от 90 тысяч тенге, вы можете выиграть миллион тенге или один из 13 призов. Подарочный сертификат на 500 тысяч тенге для покупки ламината фирмы «Таркет». Входную металлическую дверь, телевизор, стиральную машину, электрокамин, набор мебели из «Ротанга», мебель в ванную, холодильник, водонагреватель, душевую систему, люстру, подарочный сертификат на 90 тысяч тенге, подарочный сертификат на 100 тысяч тенге для покупки сантехники и товаров для ванной комнаты. Товары можно приобрести в рассрочку на год без первоначального взноса и переплаты. При этом все скидки сохраняются. Подробнее об условиях можно узнать в инстаграм-аккаунте 12mvpvl, на сайте 12kz или на промостойке в магазине 12 месяцев. В завершении курс валют: в Павлодаре доллар стоит 474 тенге, евро 498, рубль 7 тенге 40 тин. У меня на этом все. Владимир. Благодарю, это был Азамат Айтхалин. Не обязательно тратить баснословные суммы для того, чтобы носить качественную обувь. В этом уже не в первый раз убеждаются павлодарцы, покупая продукцию на белорусской ярмарке. Сегодня зарубежные гости снова приехали к нам, чтобы дать возможность жителям города подготовиться к зиме. Приезжает ярмарка белорусской обуви к нам не в первый раз. На протяжении года зарубежные гости радуют павлодарцев регулярными сезонными поставками. В этот раз ассортимент пополнился зимними моделями. Ты знаете, я с прошлого года вот хожу в белорусской осенней обуви и в зимней обуви, потому что у меня тоже, как говорится, проблемные ноги с возрастом. И очень удобно и комфортно ходить. Ну, потому что они удобные, знаете, и сразу нога легко идет. Обувь есть любых размеров. Женская с 36 по 42, мужская с 40 по 49. К слову, цены демократичные. Женские пары стоят от 11 тысяч тенге, мужские от 18. Несмотря на то, что ярмарка приезжает к нам часто, горожане буквально сметают белорусскую продукцию, так как здесь подобрать себе подходящую модель может абсолютно каждый. Ярмарка российской белорусской обуви. Люди к нам идут за качество доступных цен. Как правило, все болезни от ног, поэтому надо приобретать качественную обувь. На проблемные ноги, у кого высокий подъем, широкое голенище и выступающая косточка. Также наша обувь имеет ортопедическую основу и противоскользящую подошву. Вся наша обувь из натуральной телячьей кожи и овчинного меха. Воспользоваться случаем и приобрести недорогую и качественную обувь павлодарцы смогут с 13 по 18 декабря. Желающим следует поспешить. Ярмарка расположена в бизнес-центре «Алтын», бывшем кинотеатре «Аврора», по адресу площадь Победы, 25. Доброжелательный персонал будет ждать жителей города с 10 утра до 7 вечера, без перерывов и выходных. Азамат Айтхалин, Максим Носков, телекомпания «Ербис». Две дамбы отремонтируют в пригороде Павлодара почти за 200 миллионов тенге. Стоимость проекта смогли значительно снизить, прибегнув к габионам. Сетками с камнями укрепят берег Иртыша в Кинджиколе и в Ленинском. Подробности в следующем сюжете. На разработку проектно-сметной документации по реконструкции двух дамб из городского бюджета было выделено почти 4 миллиона тенге. Сейчас к концу года чиновники уже смело говорят, ремонту быть. Во время палки ситуации мы будем поддержку делать именно теми средствами, которые заложены, буртование и так далее. А потому что после, во время палаткового это невозможно сделать. После палаткового периода, летний период, когда это вот возможно, мы этого не реализовываем. Обойдется реконструкция дамб в Кинджиколе и Ленинском 195 миллионов тенге, сообщили в отделе ЖКХ. При этом, по информации ДЧС области, изначально цена вопроса была в разы выше. В рамках, значит, подготовки к паводку 2023 года четырехэтапный план есть, утвержден акимом области. Значит, проект прошел экспертизу, на следующий год уже будут работы по возведению этих дамб. Они изменили, значит, на габионы, и раньше было ростверками и капитальные, а сейчас, ну, бетонированные. Сейчас изменили на габионы. К слову, по информации департамента по ЧС, реконструировать в 2023 году планируют и дамбу вдоль Иртыша вблизи поселка Аксу, а также города Энергетиков. Артем Клеман, Серик Унагбаев, телекомпания «Ирбис». Котлован во дворе по улице Толстого – причина регулярного отсутствия воды, говорят местные жители. А еще они утверждают, что это может стать причиной травм. Все подробности в мобильном приложении. Напомню, номер WhatsApp 8705-631-85. Теперь давайте смотреть вместе. Спонсор рубрики «Мобильное приложение» – ресторан «Рахат». Ресторан «Рахат». Получите наслаждение от проведенного праздника.
Толстого. Толстого Катаева. Вот адрес. Толстого 90/1. Не ходи близко туда. Вот, смотрите. Целый котлован. Вода замерзшая. Вот все раскопано. Трубы какие-то. А где гарантия, что все это не прихватит зимой мороза? Ведь все же замерзнет. Водопровод, канализация, тепло. Это что такое? Почему здесь никто не занимается? Это город Экибастуз. Все закончили, отремонтировали мне Абая 100, квартира 1. Заменили все, всю полностью. Сколько здесь метров было? Сколько метров было, мальчики, трубы вы поменяли? Около 10 метров где-то. Около 10 метров. Две трубы положили тепловых сетей. Представьте, молодцы ребята. Да, около 20 метров ушло трубы у них. Спасибо большое. Спасибо, мальчишки, большое спасибо вам. Обратите внимание. Просто снег же можно было чистить на ту сторону. Специально здесь предусмотрено в середине газон. Туда можно было снег сметать. Здесь вот дворники чистят с утра. Они потом проезжают и весь снег обратно с дороги закидывают на тротуар. Это мне, конечно, не совсем правильно. Уважаемые жители и гости города Павлодар, ресторан «Рахат» приглашает вас провести новогодний корпоративный вечер. Приходи на праздник волшебной сказки. Вас ждут яркая шоу-программа, великолепный ведущий, конкурсы, призы, подарки, бомбический Дед Мороз, яркая снегурочка, обалденное новогоднее меню, фотосессия и, конечно же, супер-дискотека с 19 до 2 часов ночи. Звоните по телефонам 8-705-440-68-29, 8-777-762-28-76. Ресторан «Рахат». Время коммунальной сводки. Ее ведущий Ильяс Рамазанов уже в студии. Ильяс, приветствую тебя. Почти, вот у меня отмечено 20 частных домов по улице Абая отключат от водоснабжения 13 декабря. В чем причина? Какие у тебя новости? Приветствую, Владимир. Причина в переврезке водопровода по улице Маяковского. Здравствуйте. Из-за работ также отключат воду в одном доме по Чокина, в одном по Горького и в четырех по улице Машхуржусупа. В компании монополиста сообщили, ремонт начнут в 9 утра во вторник, а завершить планируют в четверг к 5 часам вечера. А без света 13 декабря останутся жители частных домов по улице Батурина. Причина в ремонте на трансформаторной подстанции, сообщили в энергетической компании. Ориентировочный срок выполнения работ с 9:00 до 17:00. Также света не будет в домах по улицам Заслонова, Нурмагомбетова и в многоэтажках по Лермонтова. Света не будет с 9 утра до 5 часов вечера. На этом у меня все. Владимир. Благодарю, это была коммунальная сводка. Продолжаем выпуск. 35 лет исполнилось народному ансамблю, созданному в Баянауле. Сегодня коллектив пользуется популярностью не только в регионе, но и в стране. К юбилею был организован творческий вечер. Подробнее наш корреспондент. Баянаульский народный ансамбль был создан в 1987 году по инициативе Журсунбая Мукаева. С того времени казахское национальное песенное искусство широко популяризировалось в разных странах. Современный коллектив на сегодняшний день участвует в разных конкурсах, как республиканских, так и международных. На творческом вечере, посвященном юбилею, исполнили лучшие песни из своего репертуара. Стоит отметить, в первом составе было 12 человек. Я в этом коллективе играю на домбре с 2010 года. Мы уже не просто группа, а семья. Вместе объездили почти все страны СНГ, стали лауреатами многочисленных конкурсов. По достоинству были оценены и наши авторские произведения.
На юбилейном вечере артисты исполнили песни народных композиторов и павлодарских авторов. У ансамбля большие планы. Намерены порадовать ценителей искусства новыми произведениями. Азамат Ейтхалин, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Ко мне в студии присоединяется ведущий спортивных новостей Артем Буланов. Приветствую тебя. Хорошей недели тебе. Ну, смотрю, радует нас конькобежцы, да? Что скажешь? Именно так, Владимир, привет. Здравствуйте, дорогие зрители. Да, к сожалению, сейчас выступает большинство спортсменов за другие регионы. Mm-hmm. Вот вслед за Виталием Щиголевым Надежда Морозова выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Калгари. А через мгновение все о новом героическом матче хоккеистов «Иртышани». Переключайте. Ирбис телекомпаниясы 2003 жылы құрылған. Жаңалықтардың алғашқы шығарылымы 2004 жылдың 1 сәуірінде эфирге шықты. Біздің ең басты өнім – жаңалықтар. Бүгінде Ирбис телеарнасының тікелей тартылымы irbis.tv.kz сайтында қол жетімді. Ирбис телекомпаниясы сондай-ақ әлеуметтік желілерде де бар. 2022 жылдың 1 ақпанынан өз бағдарламамыз жаңа суперзаманауи виртуалды студияда жасала бастады. Бизнес жаңалықтар атты арнайы айдар жүргізушісінің қатысуымен шығады. Алда әлі де Ирбис телекомпаниясымен бірге жаңа жобалар мен бағындыратын жаңа белестер бар. Телекомпания «Ирбис» создана в 2003 году. Первый выпуск новостей вышел в эфир 1 апреля 2004. За это время «Ирбис» завоевал признание павлодарцев и жителей области. Наш главный продукт – новости. Сегодня трансляция прямого эфира телеканала «Ирбис» доступна на сайте irbis.tv.kz. Телекомпания «Ирбис» также представлена в социальных сетях. 1 февраля 2022 года программы собственного производства стали выходить в новой суперсовременной виртуальной студии. Специальные рубрики «Бизнес новости» и коммунальная сводка теперь представлены с ведущими. Впереди новые проекты и новые победы вместе с телекомпанией «Ирбис». В норвежском городе Аскер стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Казахстана открывала турнир игрой против Франции, где именно представители нашей страны считались безоговорочными фаворитами. Но матч показал обратное. Соперник навязал жесткий прессинг, выбраться из которого подопечные Александра Истомина не смогли. В воротах казахстанцев побывало две безответные шайбы. Их авторами стали Башеле и Тавернье. Но вся борьба еще впереди. Нашей команде предстоит сыграть 4 встречи с Венгрией, Данией, Словенией и Норвегии. А в Павлодаре тем временем гостил крепкий участник профессиональной хоккейной лиги Петропавловский «Кулагер». В матчах против «Кулагера» обессиленный короткой скамейкой запасных молодой, но боевой состав «Иртыша» показал характер. Гости из Петропавловска в первом периоде задавили белосиних темпом. Буквально не выходили из зоны хозяев льда. Благодаря агрессивной манере забили свои голы. Но даже при счете 1-3 павлодарцы нашли в себе силы на камбэк. Диаса Таханов и дважды Нияс Абдрашитов, авторы заброшенных шайб. 3-3. Это чудо спасения в самой концовке игры. Овертайм победителя не выявил, ну а в серии «Буллит» мастерство нападающих «Кулагера» дало результат 3-4. Все прекрасно понимают, все стараются выполнять свою работу, как бы от кого что требуют. Они пытаются делать, где-то не получается, но придут голы. Огромное спасибо болельщикам, очень чувствуется ваша поддержка. Хотелось бы еще, конечно, побольше, чтобы приходили, ну и на том спасибо, как бы без вас бы не смогли бы ничего. «Иртыш», уступив серии «Буллитов», зарабатывает 1 балл. Павлодарцы продолжают погоню за место в плей-офф чемпионата Казахстана. Сейчас отрыв от идущего 7-м, Актобе 8 очков. Хотя бюджет этой команды официально в 3 раза больше, чем у бело-синих. Но на это молодые хоккеисты «Иртыша» даже не обращают внимания. Для них главное побеждать. Первые баллы в новом сезоне набрали наши биатлонисты. Они успешно стартовали в республиканских соревнованиях. В Риддере проходит Кубок Союза биатлонистов Казахстана. В спринте в группе младших юношей серебро завоевал Егор Горбачевский. Четвертым финишировал Вячеслав Дымовских. Чуть успешнее была его сестра. Среди старших Милана, обладательница бронзовой медали. У девочек же в шаге от пьедестала была Ксения Крашкевич.
А в АКСУ завершился самый долгожданный турнир года – Кубок президента Евроазиатской энергетической корпорации. Приурочен он к празднованию Дня независимости Казахстана. Традиционные соревнования по футзалу собирают лучшие школьные и дворовые команды. Финальная игра получилась настоящим украшением состязаний. Атмосфера на турнире почти как на чемпионате мира в Катаре. Кубок президента Евразиатской энергетической корпорации – самый зрелищный и принципиальный старт среди юношеских команд. В этом году он еще и юбилейный, 10-й. Хочу огромное спасибо сказать акционерному обществу АО ЕЕК за такой турнир, что дети каждый год прям с большим желанием хотят участвовать на этом турнире. Здесь очень хорошие призы, ценные призы. И дети каждым годом все больше и больше, уровень все выше и выше поднимается именно на этом турнире. Он традиционный у нас. В финал вышли хозяева площадки, они же действующие чемпионы турнира, команда школы имени Абая. Противостояла им самая титулованная сборная, футболисты СОШ номер 8. Весь матч прошел в напряженной борьбе, но к перерыву вели игроки в голубой форме. Во втором тайме было забито 5 голов, но отстоять звание чемпионам не удалось. Сборная школы имени Абая, серебряный призер, победу со счетом 5-3 одержали футболисты 8-й. Мы заняли первое место, мы долго шли к этому. Мы легко прошли отборочный тур, выиграли полуфинал и встретились со второй школой, в их же школой в финале. Этот турнир особен своими участниками, потому что ты можешь встретиться со своими друзьями и участниками других школ. В прошлом году мы играли с другим составом, и мы им проиграли. И наша цель была выиграть их в этом году. И мы победили их. Бронза досталась команде школы Алтынсарина. Всем участникам Кубка президента Евразиатской энергетической корпорации вручили денежные призы и дипломы. Также наградили лучших футболистов. Павлодарцы завоевали 2 золотые медали на чемпионате страны по боксу. Также спортсменам удалось добавить в копилку серебро и бронзу главного турнира года. Такие серьезные результаты позволили сборной региона впервые в истории занять первое командное место. В Павлодаре завершился чемпионат страны по боксу. За золото борьбу ввели 3 павлодарских спортсменов, из которых победителями вышли 2 наших земляков. В весе 57 килограммов Ерболат Сабыр одолел Оразбека Асылкулова из Акмолинской области. А Шаймурат Кусаинов в дивизионе до 86 килограммов победил Сагандыка Тогамбая из Туркестанской области. Провел 4 боя. Сегодня в финальном бою одержал победу над боксером из Акмолинской области. До этого встречался с ним на прошлом чемпионате Казахстана. Проиграл на прошлом Казахстане. Сейчас вот встретились опять же уже в финальном бою. Выиграл со счетом 5-0. Еще один павлодарец Аятулла Такижанов уступил в решающем поединке жамбыльцу Диасу Мылжигитову. А наши земляки Бауржан Байганшеков и Олжас Букаев на этапе полуфиналов оступились, завоевав бронзовые медали. Борцы почти со всех уголков нашего региона приняли участие в областных соревнованиях. Вместе с ними силами на ковре мерились гости из Улытауской области. Турнир собрал внушительное число спортсменов. На турнир в честь заслуженного тренера Надыра Адылханова съехались борцы из нашего региона, а также гости из Улытауской области. Соревнования рассчитаны для ребят младшей группы, поэтому тренеры охотно везут начинающих спортсменов набраться опыта. Традиционный турнир в честь нашего тренера. Очень знаменитый у него являются такие ученики, как призеры мира, двукратные призеры мира Ербулан Саркатпаев, Ернур Хабатаев, призер мира среди молодежи. Моя мечта стать олимпийским чемпионом. Я хочу быть сильным, как Абдурашид Садулаев. Мне 9 лет, я борюсь в весовой категории на 23 килограмма. Я люблю эту вольную борьбу. Я каждый день хожу на тренировки, готовлюсь к соревнованиям.
Масштабные соревнования получились захватывающими. На ковре боролись 200 спортсменов. Медали распределили в 16 весовых категориях. Представителям нашего региона не было равных. В командном зачете пальма первенства за воспитанниками школы Батыр. Отлично себя проявили ребята из Аксу Иртышского района. В их команде по 2 чемпиона. Гости увозят домой 1 золотую. Сильнейшим борец из Улытауской области оказался в весе 26 килограммов. В будущем году организаторы планируют пригласить еще больше сборных из близлежащих городов и южных регионов. Новости спорта подошли к концу, но это не повод переключать. Теперь специальный информационный блок. Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас работали Владимир Чубенко и Артем Буланов. Хорошего настроения. Смотрите «Ирбис» всегда и везде.